Давай, 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 давай. Ну давай. Детки катаются. Как ты туда влезла вообще? Смотрите, какой маленький. Он прям на асфальте лежал. Доброе утро. Ты что здесь кушаешь? Тебе не холодно? Нет. Сегодня так прохладненько у нас, ребят. Дождик идет. Второй день уже. Смотрите, у девчонок еще домик здесь остался. Они не убирают. Здесь сидят целый Макс день потом. И Каролина тут играют. Да, Макс с Каролиной тут играют. Ребята, хотим посоветовать вам канал Максим обо всем на свете. Максим снимает крутые распаковки киндер-сюрпризов, мега больших посылок, бумажных сюрпризов и разные интересные челленджи. Будет очень весело. Подписывайтесь на канал Максима и поддержите его своими лайками и комментариями. Ссылка на канал в описании. А сегодня Маргарита принесет оценки свои. Посмотрим на оценки, как закончили этот год. Ксюшка вчера приносила оценки. Все хорошо, на отлично. Сегодня посмотрим Маргариты. Курточки надеваем, резко похолодало. 18 градусов. После 40. А какой фильм смотреть будете? Гарри Поттер. Опять Гарри Поттера? Нет, не досмотрели? Окей. Ну все, пока. Давай, увидимся. Пока-пока. Как делишки в школе? Не замерзла сегодня? А ты разве в майке ходила? Нет. А, у тебя же спорт был. А что ты так быстро? Что-то у вас так быстро закончилось? Вас раньше отпустили, что ли? У нас в том всегда раньше отпускали. А, понятно. Потому что мы не знаем, что делать. Вы не знаете, что делать. И потом мы могли взять что-то. Ну, в общем, у вас потом... Вы все сделали, и вам скучно, да? И вас домой отправили. Понятно. А ты уже видела свои оценочки? Хорошие? Отличница? Что ты мне хочешь показать? Так себе? Ну-ка, давай посмотрим. Шестерка, вот я вижу. Шестерка. 5,7. Та-да-да-да, барабанная дробь. Та-да-да-да. Это третий класс. Это третий класс. Давай первый нам четвертый. Это мы уже смотрели. Семестр. Так, четвертый класс. Первый семестр мы смотрели. Пожалуйста. Давай, 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 давай. Ну давай. На шестерка. Да ладно. Да. Круто. Дай пять. Молодец. Умничка. В общем, в первом семестре, первый семестр они научатся до зимы, да? Угу. До конца года. Вот. У Маргариты была одна шестерка и одна четверка с половиной. Но четверка это с половиной. Четверка с половиной это, по-вашему, ребят, четверка, да. Четверка у нее одна была. Так, какое у Маргариты изменилось? Немецкий так и остался, пятерка. Английский 5,5 так и осталось. Математика так и осталась. Повысила НМГ. Потом БГ. Это у них типа... Рисование. И да, рисование тоже на шестерку повысила. Текстиль. Это что такое текстиль? Это как ты что вы там делаете? Подожди, это как она плакат делает? Труды, да? Труды. Или что? Ну что такое? В общем, музыка, труды так и осталось. Музыка шестерка и спорт 5,5. В общем, ты поднялась хорошо, молодец. У тебя две шестерки теперь, на больше на две шестерки. Ты переживала, что у тебя будет опять четверка? В общем, получается, у Маргариты общий балл 5,3. Это хорошо. Не должно быть меньше, чем 5,2. У Ксюши как раз 5,2. Ты прям вот в точку попала. Меньше нельзя. А если 5, это считается 5? Отлично. Баллы начинают считать с 5 класса. 5 и 6 класс. После 6 класса девочки должны переходить в другую школу. И там уже, смотря сколько баллов они набирают. Если они наберут меньше, чем 5,2,
то они идут в обыкновенную школу, да? В обыкновенную школу. Или в С. Да, если они набирают 5 и 2 или больше, то они идут в хорошую школу, и после этой школы они могут поступить в университет. На данный момент эти баллы не считаются ни у Ксюши, ни у Маргариты. Вот Маргарита уже переходит в 5 класс. Мне девочка моя, да, с 5 класса, с 5 и 6 класс у Маргариты будут засчитывать все ее баллы. Ты не должна набирать меньше, чем 5,2. Я не буду даже выходить из дома, я буду ходить с партой. Нужно стараться и не набирать меньше, чем сейчас. У тебя сейчас очень хорошо, у тебя сейчас отлично. Тебя там жить оставим? Может быть, мы тебя там оставим жить с Баксом? Да? Да. Маргарита скучает по кроликам. У нас никак не получается, да. Папа работает. Ксения! Кушать! Чего ты? А что ты не пошла пешком? Она спит. Она спит? Вырубилась твоя макака? Здравствуйте. Сосед. Привет, сосед. Я тебе люблю, Джакеси. Давно не катались на великах. А шлемы где ваши? Со шлемами надо кататься. А наши велики так и не вернули. Пропали наши велики с папой. Детки катаются. Как ты туда влезла вообще? Мама, ну я тоненькая. Ты тоненькая? Мама, кухай. Иди, Баш, кухай. Принеси водичку. Мам. Дома, 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 дома. Не брызгай. Дома. Мама. Ребят, смотрите, кого мы нашли. Мы не знаем, кто это. Вот здесь вот на асфальте Макс нашел. Ой-ой-ой, он шевелится, шевелится, шевелится. Ой. Смотрите, какой маленький. Угу. Он прям на асфальте лежал. Он маленький совсем, у него даже глазки еще закрыты. Привет. Это мышка, может, какая-то? Ну, чуть не... Может, мышка, скорее всего? Да, это мышечка. А можно их там взять? Можно, конечно. Если мы его оставим, его кошка съест. Нет, я его не буду оставлять. Мама, тут во дворе очень много кошек. Нет, мы домой возьмем. Я его тут не оставлю. Да, он ты кринезиш. Каролина. Мы его домой возьмем. Зайка такой маленький. Лапы очень длинные. Вот он сам маленький, а лапки такие. Вот он пытается уже как-то, смотрите, передвигаться. Он же, когда ты в туалете была, угу. Он вот тут... Смотрите, вот, смотрите, сюда он кушать хочет, наверное. Ну, а что можно же, молочко дать? Маму чуть-чуть дали молочко, 2 капельки. В общем, завтра пойдем в магазин, купим. Сказали, нужно, да, кошачье молоко. У нас продают здесь. Возьми. Он так шевелится, что он может упасть. Вот кто вот это? Что за чудо такое, Юда? Чудо-Юда, рыба-кит. Длинным хвостиком, мышонок. Мышонок маленький. У него даже глазки закрыты еще. И ушки. И ушки закрыты. Он чувствует тепло, поэтому засыпает. Он когда с мамочкой лежит, он чувствует, что мамочка тепленькая. Может, ему холодно? Маленький малыш.
Малыш маленький. Я так Ты что, видео снимаешь? На что писать? Сюда. Такое просто видео? Ничего, просто хэштеги. Ну, смайлик можешь поставить какой-нибудь. Смотря на какое видео ты сняла. Давай смотри это. Снимать видео. Какое? Я сняла три видео. Куда? В ТикТок? Как там твой малыш поживает? Мамочка наша переживает за него. Давайте заканчиваем видео снимать. Да, спит там. Он спит, зайчик такой маленький. Что мы с ним будем делать? Ой. В общем, ребят, если что, пишите нам в Инстаграм. Мы потом... Да, напишите нам в Инстаграм, как вы думаете, кто это у нас там. Какой-то мышоночек, не знаю. Мама. С длинным хвостиком. Крысенок, мышонок, не знаю, кто это. Сейчас мы попробуем его покормить. Да, ну, нормально, не сильно это. Нормально. Что, мы его покормили? Потом еще чуть-чуть покормлю. Он попил немножечко. Все, не трогайте, пускай спит. Надо, чтобы тепло было. Я тебя разбужу в 3 часа. Чтоб ты покормила. Все, давайте, спокойной ночи. Всем пока, ребята. Что ты там разворачиваешь? Все? Ну, все, давайте. Все, пока. Всем пока. Все, спокойной ночи, ребят. Пока-пока.